Сегодня решил покашеварить. Изготовить плов в казане на костре. Сейчас вот топлю курдючный жир. Первым делом добавляем курдюк и топим его. Это первый этап процесса. Курдюк. Сейчас он весь вытопится из этих кусочков. И закинем туда бараньи ребрышки. Этап второй. Засыпаем ребрышки. Бараньи ребрышки. В жаркое, горящее, кипящее курдючное сало. Ох, красота! Вот это я понимаю. И 10 минут жарим эти ребрышки в курдючном жире. На ребрышках тоже жирка достаточно. Он тоже должен выплавиться. Крис вон сидит, тоже ждет. Может, ему что перепадет. Пришло время ребрышки доставать. Хорошо прожарились. Достаем ребрышки. Добавляем кусочек луковицы. И пару минуточек ее там проварим. Ох, как она забурлила. Хорошо. Крышка, крышка, крышка. Так должна быть? Нет. В пылу огня забыл показать, как я засыпаю лучок. В наше маслице, в наш жирок. Вот только что засыпали сверху лучка. Даем ему прожариться несколько минут до золотистого цвета. И снова забыл только что показать, как я засыпал мясца. Баранинка свеженькая. Посмотрите, как она в этом жирке готовится. Плов будет просто обалденный. А сейчас будем засыпать морковочку. Дадим ей пропитаться соками всего того, что там уже наготовилось. А сейчас мы будем морковочку с мясом мешать и с лучком. Мешаем все это хорошо. Да. Барбариса у нас нету, поэтому мы добавили туда изюма. У нас плов будет не с барбарисом, а с изюмом. Теперь мы втыкаем головочку чесночку в серединочку нашего прекрасного блюда. Так. Закрываем крышечкой и ставим тушить. Теперь ждем перед тем, как засыпать рисом. Плов тушится. Мы только что подсыпали свежих дровишечек, потому что сейчас как раз пришло время подсыпать рис. Что мы сейчас и будем делать? Итак, пришло время засыпать рис. Запах идет просто божественный. Итак, господа и дамы, смотрите, засыпаем рис жазира специальный, как раз сделанный для плова. Он отмокал. Сейчас еще кипяточком зальем. Так, разровняем это дело. Так, разровняли. Сейчас кипяточком зальем, чтобы было на сантиметр выше уровня риса. Где-то так. Ну что, наступил последний момент. Будем снимать вот это великолепное чудо кулинарии. Покажите нам его поближе. Будем снимать его с огня. Посмотрите, какой плов. Аромат, если бы камера могла передавать аромат, вы просто не представляете себе, насколько это прекрасно. Итак, будем его снимать. Оператор. Оператор двери открывает. Несем в дом блюдо дня. Теперь мы всю эту красоту возьмем с тарелочки
и занесем в свои уста. Это, не знаю, как по-узбекски сказать, вкусно, но это самый вкусный узбекский плов, который я готовил. Всего всем хорошего и приятного аппетита!